У гэтым рэспубліканскім конкурсе Гомельшчына ўпершыню прыняла ўдзел у 2012-м. І адразу перамога і дыплом «Лепшая вобласць Беларусі для развіцця бізнесу». Летась поспех паўтарылі, прычым у сваёй номінацыі лепшым быў прызнаны яшчэ і Чачэрскі район. Ці атрымаецца некалі пераўзысці сёлетняе дасягнення, сказаць цяжка, але факт застаецца фактам. Дыпломы і памятныя знакі самых лепшых адразу ў горада Гомеля, Жидковицкого и Калинковицкого районов. Это победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленной палаты, общественных объединений. Ну, у каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего, заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая перемога первая. Тем больше приемно признание выников работы, якая проводится у гэтым накірунку. Тут сапраўды робится шмат для подтрымки приватных инициатив. Мэтанакіраваная деятельность дозволяет створать новые працоўныя месцы и повеличивать поступление у городский бюджет. Основной удельный вес – это предприятие и сфера торговли и услуг. Это 52%. Порядка 12% производства, 9-10% это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Комиссии по развитию предпринимательства и створению новых вытворчеств сегодня існуюць во всех районах области. Звычайно их узначальваюць старшыні выканаўчых комитетов ці их наместники, что дозволяет эффективно и оперативно вырашать пытания, которые возникают. Увогуле, что тычыцца ситуации у целом по Гомельской области, летась субъекты малого и среднего предпринимательства перелишили у бюджет 3,5 трильона рублю. Сёлета еще каля 2. Гэты показчик, дарэчы, так само улишился при вызначении пераможцаў. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей, в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений от общего числа поступлений и так далее. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».